Всем привет! Казахстанское предприятие «Азия Авто» начало выпуск внедорожников УАЗ. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании. Завод «Азия Авто» в Усть-Каменогорске производит автомобили «Лада», «Шкода», «Шевролет» и «Кия» для местного рынка. Теперь этот список дополнили УАЗы. На конвейер встали внедорожники «Патриот», «Хантер», а также «Буханки». Как и машины других марок, ульяновские автомобили делают методом крупноузловой сборки. Основная причина для локализации производства – льготы для машин местной сборки. Автомобили, выпущенные в Казахстане, облагаются сниженным налогом на добавленную стоимость, не облагаются утилизационным сбором, а также могут участвовать в госзакупках и программе льготного кредитования. В прошлом году компания «Азия Авто» выпустила 11 412 машин, а сейчас по соседству со старой сборочной площадкой строится новый завод полного цикла, на котором будут делать автомобили «Лада». На этом у меня все. Если это видео хоть капелюсечку показалось вам интересным, то поддержите его лайком. И дабы не пропустить какие-то новые интересные видосики, сейчас же подпишитесь на канал. Ну и естественно, не забывайте переходить на канал «Срач в комментах». Смотрите там тоже всякие интересные или неинтересные видео, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь, не отписывайтесь, пишите что-то в комментариях, ну и все как всегда. Всем пока!